Привет всем! В этом видео я вам расскажу о своем новом подходе к торговле, как я буду торговать на своем новом аккаунте, как никогда не сливать депозит и как стабильно зарабатывать. Обязательно досмотрите это видео до конца. На фоне будет торговля с моего нового аккаунта, торговлю я уже записал и теперь ее просто для вас комментирую. Итак, давайте коротко прокомментирую эту ситуацию, что мы здесь видим. Сигнал не очень, здесь нестабильный уровень поддержки. И 3 сделки у меня уйдут в минус, и 1 будет возврат. Все. Вот такой вот сигнал, здесь все понятно. Итак, наверное, уже все знают, что я кардинально меняю подход к торговле, кардинально меняю концепцию канала. Вы это можете видеть в моих новых видео. Кто не видел прошлое видео, обязательно посмотрите прошлое видео. Его я оставлю где-то вот здесь в подсказках. Очень-очень важное видео. Потому что вокруг, везде вы видите 100% стратегии. Все показывают какие-то новые стратегии, и вы думаете, что это вам поможет. Это вам не поможет. Если у вас будет стратегия, которая будет вам давать 90% плюсов, например, со 100 сделок у вас 90 сделок в плюс. Но если у вас не будет дисциплины, вы все равно будете сливать. Поверьте мне, вы будете сливать свой счет, потому что тогда вы будете входить в азарт. Вы подумаете, что я мега крутой трейдер, вы будете ставить по 50% от депозита на одну сделку, потому что у вас, блин, 90% плюсов. Но вы попадаете на 3 неудачных сигнала, на 3 неудачные сделки и сливаете весь свой счет, потому что по статистике такое случается. Я теперь всегда буду повторять фразу. Настоящий трейдер – это не тот, кто контролирует рынок, потому что рынок контролировать невозможно, а тот, кто контролирует свои эмоции и свой депозит. Запомните это. Так что теперь нам нужно прокачивать свою эмоциональную часть. Вам нужно контролировать себя, а не рынок. Контролировать себя сложнее всего. Если вы научитесь контролировать себя, например, на 80-90%, у вас могут быть сигналы с точностью в 40%. 40% плюсов всего лишь. И вы будете зарабатывать. Потому что у вас будет дисциплина. Вы будете контролировать свои эмоции. И вы будете стабильно уходить в плюс. Даже с 40% прибыльных сделок. Итак, переходим к новой концепции. Я бы выделил 2 самые важные вещи, которые у вас должны быть. Это риск-менеджмент и стратегия. И все. Это 2 самые главные вещи, без которых нельзя в трейдинге вообще. Первое, риск-менеджмент. Это ваши лимиты. У вас должны быть лимиты. У меня на этом аккаунте лимит 2 сделки в день. И все. Вы представляете, и все. Я заключаю 2 сделки, неважно какие они будут, и ухожу с рынка. И все. Ребята, лимиты должны быть обязательны. Дисциплина – это обязательная вещь в трейдинге. 2 сделки – это 2 сигнала. Вы можете дробить сделки. То есть один сигнал, еще один сигнал, и уходите с рынка. В одном сигнале у вас может быть там 3 сделки, 4 сделки, 5. Но у вас должно быть строго 2 сигнала. Посмотрите мою историю сделок, например, в видео, где я купил машину. Посмотрите мою историю сделок, и вы увидите, сколько я торговал, как мало я торговал. Я торгую, например, 2 дня, потом 3 дня не торгую, потом торгую день, потом день не торгую, потом опять, например, 4 дня не торгую, потом опять торгую. И торгую очень мало. Как мне написал комментарий один подписчик, что, блин, 2 сделки в день, это просто супер. Я приходил с работы, заключаю 2 сделки в плюс, заключаю 2 сделки в минус, потом прихожу с работы, 2 сделки в плюс, спать ложусь с хорошим настроением, все классно. Прихожу, торгую, ухожу, прихожу, чуть-чуть торгую, ухожу. Только я получил 2 дня выходных, я слил весь депозит. Как так? Как можно слить весь депозит? У него была дисциплина. Только он нарушил дисциплину, он слил весь депозит. Так, что у нас в этой ситуации? Здесь мы видим нисходящий тренд. И от просадки я захожу на повышение. Против тренда, от просадки мы заходим на короткое время на повышение. По тренду от пика мы заходим на длинное время на понижение. Такая же ситуация и с восходящим трендом. При восходящем тренде мы от просадки заходим на длинное время на повышение и от пика на короткое время на понижение. Мою стратегию вы знаете. Вся стратегия у меня есть на канале, как я торгую. Я скальпирую во всех ситуациях. В треугольнике, в консолидации, в боковике, в восходящем движении, в нисходящем движении. Я везде скальпирую. И смотрю на прошлые ситуации, как вел себя рынок. Анализирую этот участок и скальпирую в минутки. Вот и все. Вот и вся моя стратегия. Вот здесь, к примеру, опасная ситуация. Мне скажут, здесь нисходящий тренд. Как это ты заходишь наверх? Но я захожу в просадки. На коррекцию. Коррекция может, блин, продлиться 2 минутки и тренд опять пойдет вниз. Но сделка у меня закроется в плюс. Но, кстати, в этой ситуации будет разворот. Я хотел зайти на понижение от верхней точки, от пика.
но попал бы в минус. Почему так происходит? Потому что это рынок. Здесь в любой момент может произойти все, что угодно. Вы не можете контролировать рынок. Никто этого не может. Запомните это. Всегда будет процент сделок, которые будут у вас заходить в минус. Так было и будет. И весь ваш заработок – это как прибыльные, так и убыточные сделки. Запомните это. В долгосрочной перспективе вы будете в плюсе. Второе – это стратегия. Вы должны торговать строго по своей стратегии и никуда не отклоняться. Строго по своей стратегии. И все, ребята. А чтобы улучшить процент прибыльных сделок, торгуйте строго в одной ситуации. В той ситуации, которая вам нравится, в которой вы больше всего разбираетесь. Строго в одной ситуации. Например, в треугольнике. Или, например, есть восходящее движение, нисходящее, а вы торгуете строго в боковике. Строго боковик у вас, и все. И у вас, например, задача, когда вот будет два пика, я на третьем. Только на третьем, блин, пике захожу вниз. Не на втором, не на четвертом, не на первом. Только, блин, на третьем. Вот ваша стратегия. Вы от нее не отклоняетесь. Протестируйте его. Прежде чем торговать по своей стратегии, сделайте тест. 100 сделок, 1000. Сколько у вас процентов плюс и сколько у вас в минус. И тогда вы будете знать, что эта стратегия вас никогда не подведет. Тогда вы не будете переживать, если у вас какой-то там неудачный день. Вы будете знать, что в долгосрочной перспективе вы будете в плюсе. И, конечно же, должен присутствовать money management. На первый сигнал вы должны грузить до 1% от депозита. У меня на этом счете 500 рублей. Это 0,25% от депозита. Представляете? Это моя первая сделка. Потому что я знаю, что стратегия дает сбой, что будут неудачные дни, и мне нужно перестраховаться. Конкретно в этой ситуации вы видите, что я уже перекрываю убыточные сделки. Первые сделки, которые по 500 рублей, я вам не записал. А здесь вы видите уже сделки по 1000. Неудачная сделка, я перекрываю сделкой по 3000 рублей. Но первая сделка у вас должна быть до 1% депозита. А кто хочет еще обезопасить свою торговлю, у вас должен быть тайм-менеджмент. Я это тестировал, но для меня это оказалось очень неудобно. Результаты просто шикарные, но это очень тяжело. Вы должны торговать строго в определенное время. Например, с 10 вечера до 12 или с 9 утра до 11 утра. Например, во время открытия европейской сессии. Вы протестировали, вы поняли, что вам там удобнее всего торговать. Там такие ситуации, которые вам нравятся, в которых вы разбираетесь. Вы их с легкостью можете анализировать, и вы в них хорошо зарабатываете. То есть риск-менеджмент – это дисциплина, это ваши лимиты. Тайм-менеджмент – это время. И money management – это 1% от вашего депозита. Вот тогда вы никогда не сольете свой банк. Так что теперь я буду давать упор на дисциплину. Я эти все стратегии тестировал на телефоне. Кстати, я сейчас очень много торгую с телефона, потому что мне там очень удобно. Я вам расскажу о стратегии с телефона. Я все это протестировал 3 месяца, месяц, все тестировал. Я тестировал стратегию, в которой 50 на 50. 50% плюсов, 50% минусов. То есть я беру телефон, захожу просто в любое время. Заключаю две сделки, ухожу. И что вы думаете, за месяц я увеличил свой счет на 100%. За месяц, это нормальный результат. При том, что торговля была просто никакая. Никакая была торговля. Я заходил, ну конечно же, я там видел пик, ставил вниз, видел просадку, ставил вверх. То есть все очень просто. Анализ был, не знаю, на 30 минутах. Я ничего не смотрел, потому что нам без разницы, что было с этим графиком за день, за два, за, блин, 6 часов. Мы торгуем на сраной минутке. Нам достаточно посмотреть промежуток в полчаса. Все, этого нам хватит. И вот так вот я торговал на телефоне. То есть дисциплина у меня была на 80%, а торговля у меня была на 50%. 50% прибыльных сделок. И я увеличил свой депозит. Я вышел плюс. Об этом всем я буду рассказывать в своих следующих видео. Я вам покажу этот счет. Вы все сможете проверить. В закрытой группе у нас тоже лимиты 5 сделок в день. И у вас, кто торгует в закрытой группе, должны быть свои лимиты на прибыль и убыток. Если вы заработали свою дневную норму, уходите. Не торгуйте по всем сигналам. Если вы потеряли свою дневную норму, тоже не торгуйте. Только вы решаете, когда вам торговать, когда вам не торговать. Только вы решаете, когда вам прекратить торговлю. Пожалуйста, поймите это. Контролировать вы должны в первую очередь себя, не рынок. Рынок контролировать невозможно. Введите в свою торговлю дисциплину, и вы увидите, какие будут результаты. Протестируйте, блин, на демо-счету. Месяц, 3 месяца, просто протестируйте. Вы будете поражены, какие будут результаты, ребята. Просто попробуйте это. Потому что вы сливаете депозит не из-за того, что вы не умеете торговать. Из-за жадности, из-за эмоций, из-за страха. Из-за того, что вы входите в азарт. Вот почему вы сливаете. Если по чуть-чуть торговать и уходить,
эмоции просто сводить к нулю, вы будете зарабатывать. Итак, на этом я с вами буду прощаться. Огромное спасибо всем за поддержку, за просмотр. Кому интересно, добавляйтесь в мою бесплатную группу по сигналам и обучению. Первая ссылка в описании, там я торгую с вами и даю сигналы каждый день. Вторая ссылка в описании, это статистика моих сигналов. Третья ссылка в описании, это новый канал по торговле. Там видео выходят через день. Также подписывайтесь в Instagram. Подпишитесь на мой канал, обязательно поставьте этому видео лайк. Всем удачной торговли, пока!